За последние две недели прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился на 35%. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. 5 регионов республики переместились из красной зоны в желтую. Это Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В зеленой находится Туркестанская область. Остальные 11 регионов по-прежнему в красной зоне. Также в течение недели число выздоровевших больных в полтора раза превысило показатели по заболевшим. Уже начали закрывать дополнительные стационары для больных. Всего коечный фонд сократился на 12 тысяч мест. Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 14 сентября текущего года, занятость инфекционных и реанимационных коек по республике составляет по 35%. В целом, по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 35%, реанимационных с 45 до 35%.